В Лондоне должны определить дату проведения референдума. Как показывают последние опросы, большинство британцев поддерживают выход из Евросоюза. Однако Кэмерон убежден, достигнутые договоренности убедят население остаться в ЕС. Решение по Великобритании участниками саммита было принято единогласно, хотя многие отмечали, что переговоры были сложными и решение далось нелегко. А некоторые страны больше волновал вопрос миграции, чем требования Лондона. Так, Греции нужны гарантии того, что соседи не закроют границы. Иначе финны не соглашались пойти на компромисс по Великобритании. Итог. Дональд Туск получил от Кэмерона гарантии, что тот сделает все для сохранения единства Евросоюза. Через 2 недели состоится саммит ЕС, посвященный миграции и антитеррору. На нем обсудят, как сократить число вынужденных переселенцев, попадающих в Европу через Турцию. А пока призвали Анкару решительнее бороться с потоком нелегальных беженцев.